вопрос к мужчинам, которые пришли в семью, где были уже дети. Может, у этой женщины один ребенок, два, три был, четыре там и так далее. Вы не пожалели о том, что женились на женщине, у которой были дети? Какие у вас отношения в дальнейшем сложились с этой женщиной, с ее детьми? Может быть, у вас свои внуки там появились в дальнейшем? Свои дети появились, само собой, раз внуки, родные. Как относятся к вам чужие дети? Может быть, там разошлись уже. Общаетесь ли вы с неродными детьми? Какие вообще отношения? Очень хочется почитать такие комментарии именно тех мужчин, которые были в этой ситуации, а не которые пишут всякую ерунду, не зная то, что в отношениях происходило, чтобы мужчины так выражались. Потому что я почитала разные комментарии, и многие пишут, просто слюны берут. Когда у них спрашиваешь, вы сами были женаты на женщине с детьми? Они говорят, нет, ну я так думаю. Кто думает, тот не пишите. Просто кто действительно был в такой ситуации, почитай именно тех людей, которые это знают. Всем хорошего дня.